эндоскопическая герниопластика. Уникальная операция сегодня впервые прошла в Северодвинске. Мастер-класс нашим врачам провел профессор из Санкт-Петербурга. Две операции по удалению грыжи в день проводят в центральной медсанчасти 58. Эндоскопическую герниопластику здесь сегодня провели впервые с участием именитого коллеги Санкт-Петербурга. К нам приехал один из ведущих эндоскопических хирургов северо-западного региона, профессор Левин Александрович. Впервые он к нам приехал ровно 20 лет назад, и после этого, можно сказать, что в области получила свое развитие эндоскопическая хирургия по многим направлениям. Сегодня мы пригласили его для того, чтобы он сделал и показал нам мастер-класс эндоскопической герниопластики. Эта операция выполняется внутри брюшной полости без ее вскрытия. Во время операции отверстие в передней брюшной стенке, через которое выходит грыжа, закрывается специальной многослойной сеткой – эндопротезом. В течение месяца после операции сетка прорастает соединительной тканью, и со временем происходит полное приживление эндопротеза. С его использованием значительно уменьшается возможность рецидива. Грыжа – это проблема массовая, поэтому нужно оказывать медицинскую помощь на современном уровне. Вот сейчас идет эта операция, слава богу, все идет хорошо. Преимущество в том, что она минимально инвазивна, то есть для пациента. Ему наносится минимальная травма в сравнении с открытой хирургией. Реабилитация проходит в 2-3 дня, что почти в два раза быстрее, чем после обычной операции. А также заметен косметический эффект. Операции такого плана под силу всем хирургам центральной медсанчасти. Проводить ее начнут с начала 2015 года.